Короче, хочу сказать, вышла у меня засада. Сегодня в ночь будет Рождество. Я дежурю. И у меня потух монитор, который был телевизором, компьютером. Вот, не подает признаков жизни. Все, что ему надо? Включаю, бесполезно, ничего, никаких признаков жизни. Звук остался, короче. Вот. Сейчас будем искать причину, куда у меня потерялось изображение. Так, проверяем напряжение сети. Значит, в кабеле у нас 235 вольт. Все нормально, напряжение поступает. Значит, будем разбирать монитор. Ну, как разбирать монитор, я показывать не буду, потому что тут как бы очень вероятно ненормативная лексика. Поэтому я разберу, а потом снова врублю съемку. Так, значит, я достал из монитора все потроха. Вот плата питания, плата контроллера, матрицы. Вот здесь матрица лежит. Значит, вот она. Я из нее достал вот эту часть, на которой находится подсветка. И вот выяснил, что у меня непорядок с подсветкой. Вот я врубаю питание, запустил монитор. Так, вот вроде загорелись лампы и снова потухли. Все. И больше не загораются. Ну, то есть вывод такой, что что-то случилось с подсветкой монитора. Я не специалист в радиоэлектронике. Вот. Тем более в лампах не специалист. Вот. Поэтому я не знаю, как там это искать причину, почему они загораются и потом потухают. Видимо, там какие-то параметры ламп изменились от старости. Выработался ресурс, наверное, какой-то. И вот срабатывает, может быть, какая-то автоматика и питание отключает. Но больше всего меня поразило то, что оказывается, эти жидкокристаллические мониторы, они ламповые, в них есть лампы. Это мы вернулись, получается, обратно в 20 век. Мы-то думали, что там все четко, что там, я не знаю, супер-пупер технологии, что мы ушли от ламп. Блин, а на самом деле там лампы, и из-за них проблемы. Ну вот как-то не по себе мне от этого. Нас обманули. В общем, у меня одни возмущения. До Рождества у нас осталось чуть меньше 4 часов. Мне нужен телевизор. Сейчас буду что-нибудь изобретать. Ну, я прозвонил, какие мог напряжения. Вроде все адекватно. Разные напряжения тут поступают, и высоковольтные. Вот. Ну, какая-то автоматика отшибает, ничего не получается понять. Вот эти лампы я нашел здесь. Они такие тоненькие, малюсенькие эти лампы. Вон как стержни такие беленькие. Вот это вот люминесцентные лампы газоразрядные. Вот они сверху монитора в корпусе находятся. И вот с другой стороны тоже линейка этих лампочек идет. Вот одну я расковырял, посмотрел, как вот они выглядят. Вот, ну ничего я поделать не могу, запчастей у меня нету. Значит, сейчас, я так думаю, надо вообще от них избавиться, от этих ламп. Вот, и попробовать запустить монитор без них. Значит, я маленько исследовал конструкцию, вот, и решил выкинуть все, что в этом мониторе выполняет функцию подсветки. Значит, вот здесь эти лампы с корпусиной вот с этой вот в сторону. Здесь какие-то детали, вот какие-то пленки тоже в сторону. Здесь какая-то стекляшка, вот я ее закрепил вот этими канцелярскими скрепками. Вот. Что у нас получается? Вот у нас ЖК-матрица осталась. Ну-ка, теперь поднесем ее на свет. Ну вот видим, что через нее просвечивается лампочка. Так. Вот, сейчас попробуем ее запустить без подсветки, так, чтобы заработала матрица. Так, где-то у меня тут такая штука была хорошая. Сейчас мы из нее сделаем крепеж. Какой-нибудь вот такой вот.
Так, одной рукой как-то мне не очень удобно. Второй снимаю. Так, монитор теперь наш. Так, вот так мы его сейчас тут прицепим. Оба-на. Так. Здесь сейчас чем-нибудь зацепим. Какой-нибудь вот такой клин вставим. Чтоб не упало ничего. Так, ну слегка зафиксировали. Так, теперь соберем вот эту схему. Обратно эти платы возьмем. Значит, и все это соединим. Так, значит, я вот так на весу все смонтировал. Вот плата питания, матрица, плата контроллер матрицы. С другой стороны монитора ничего нету. То есть задние крышки и вот эти вот какие-то тут, какие-то вот листы какие-то, не знаю, шторы тут были сзади. Все это выбросил. Вот, сейчас попробуем его запустить. Ну, вот так я симпровизировал тут такую крепежную конструкцию. Так. Ну, судя по лампочке, значит, все заработало. Сейчас надо включить у нас TV-тюнер. Ага, TV-тюнер работает. Ну и теперь, что у нас? Оба-на. Раз. Еще у нас такая лампа есть. Два. О! Телевизор заработал. Живем. Теперь мы Рождество будем встречать, как нормальные люди. Сейчас подсоединю компьютер, настрою Skype. Вот. Пообщаюсь со своими любимой женой и сыном. Вот. И через 3 часа будем праздновать Рождество. Так. Чаю сейчас нальем с конфетами и будем наслаждаться научно-техническим прогрессом. Теперь этот телевизор не ламповый, теперь он полностью полупроводниковый на светодиодах, вот так вот. Так что мы победили. Вот оно и произошло, рождественское чудо. Поздравляю всех с Рождеством 2017 года.